Предполагаемые участники перестрелки на рынке «Коник» Сергей Заварыкин и Владимир Мажелов в самоуспокойстве. Лишь предусмотрительно собранные сумки выдают их настрой. На оправдательный приговор они явно не надеются. Напомню, по версии следствия, в июле 2010 года 20 человек устроили перестрелку из травматического оружия и дробовиков. Пострадали 9 человек, трое охранников погибли. В среду суд признал Мажелова виновным в убийстве 3 человек, а Заварыкина в хулиганстве и причинении вреда средней тяжести. Их осудили на 22 года и 5 лет соответственно. Приговор суда в отношении Мажелова и Заварыкина в целом соответствует позиции стороны обвинения, высказанных в прениях. Наказание подсудимым назначено с учетом тяжести совершенных преступлений, а также их личности. Все доводы, приведенные адвокатами, опровергнуты в ходе судебного следствия. И все изложено в приговоре суда. Супруги подсудимых, прощаясь, не сдерживали эмоций. Под стражу Заварыкина и Мажелова взяли прямо в зале суда. Оба они намерены обжаловать приговор. Никаких доказательств того, что именно действием моего подзащитного был причинен какой-либо вред здоровью, никакой баллистической экспертизы, которая бы это устанавливала, материалов уголовного дела нет. Двум другим предполагаемым участникам, Олегу Юдину и Александру Зацепину, приговор еще не вынесен. Их дело рассматривает Кировский районный суд.